Давным-давно я стал преподавателем. Но радовался я недолго, потому что через несколько лет мне стало скучно. Скучно, потому что надо было каждый год читать одни и те же лекции, проводить одни и те же семинарские занятия. И через несколько лет я придумал такую штуку. Я стал свои занятия просто записывать. Записывать и выкладывать в сеть. И вот течением нескольких лет эти лекции и занятия у меня накопились. Накопились на моем канале. И я сегодня презентую вам свой канал. За мою преподавательскую карьеру у меня накопились целые блоки моих лекций, семинарских занятий по различным дисциплинам. На моем видеоканале обычно они идут в паре. Сначала идут лекции, а затем идут семинарские занятия по этой лекции. Для того, чтобы было лучше понятно то, о чем я говорю в лекции. И я представляю вам 5 моих основных блоков. Первый блок – это моя любовь, это мои первые лекции, это мои лекции по международному праву. К сожалению, я сегодня их уже не читаю, но достаточно много лекций мне удалось записать. И я надеюсь, что эти лекции будут полезны людям на долгие-долгие годы. Потому что международное право – это одно из самых стабильных дисциплин, которые есть в юриспруденции. Вторая моя любовь – это адвокатура. По адвокатуре я постоянно дозаписываю какие-то лекции. Это лекции о том, кто такие адвокаты, как ключевые юристы в нашем обществе. А как стать адвокатом? У меня есть небольшой блок лекций, вообще посвященный экзаменам на получение статуса адвоката. И с ними тоже можно ознакомиться на моем видеоканале. Третий блок лекций – это такой специфический, немногим интересный, но мне он очень интересен. Это блок лекций о медиации. Медиация – это искусство примирения. Я веду курсы профессиональных медиаторов, и вот эти-то курсы я и попытался записать, и также предлагаю вам в свободном доступе ознакомиться с этой удивительной и очень, мне кажется, перспективной профессией. Ну и четвертое – это риторика. Риторикой я готов заниматься всегда. И как только у меня появляется какая-то возможность записать лекцию по риторике, я это и делаю. Голос, интонация, аргументация, чего только там нет. И вы можете также с этими лекциями, а также, очень важно, с семинарскими занятиями ознакомиться. Потому что риторика, если вы хотите научиться говорить, у вас только есть один шанс это сделать. Говорите. И вот на семинарских занятиях я вам продемонстрирую, как взять человека, который, мягко скажем, не очень хорошо говорит, и тут же в одно касание научить его это делать. Ну и последнее, ну это любовь этого года уже, самая-самая последняя. Это не значит, что у меня блоки прекращаются. Я надеюсь, судьба даст мне возможность и другие дисциплины почитать, и записать, и предложить вам другие лекции. Но это вот то, что сейчас меня очень волнует, и меня очень возбуждает, и очень меня стимулирует, это герменевтика. Герменевтика – это наука о понимании. Я хочу все понять. Ну, не все, но хотя бы многое. И герменевтика – это такая технология, которая позволяет понимать этот мир. И не только понять, но и получить от этого удовольствие. Итак, я приглашаю вас к путешествию по моему видеоканалу. И надеюсь, оно будет для вас, это путешествие, не только полезным, но и приятным. До встречи!